Здравствуйте! Вы смотрите специальный выпуск новостей холдинга Life is Good в студии Ольга Каминская. Представляем вашему вниманию подробный рассказ о Балтийском форуме, который проходил в Санкт-Петербурге с 17 по 19 августа. По доброй традиции в преддверии деловых мероприятий состоялась игра «Что, где, когда». 17 августа участники вечера собрались в роскошном летнем дворце в Петергофе. В качестве ведущего был приглашен известный актер и шоумен Виктор Васильев. Он поприветствовал гостей мероприятия и представил главного судью игры, магистра «Что, где, когда», официального партнера Life is Good Александра Друзья. В интеллектуальном соревновании приняли участие 14 команд лидеров холдинга. Право оказаться за игровыми столами получили партнеры компании 5-го карьерного уровня и выше. Буквально неделю назад я выполнил статус директора холдинга Life is Good и присвоена дирекция номер 112, соответственно, получил право участвовать вот за игровым столом, погрузиться в эту атмосферу. То, что мы там где-то видим по телевизору, считаем, что это какая-то другая жизнь. Все, вот она здесь, ты в этой жизни, ты здесь, ты участник, и это очень интересно. Любовь, женщины и дети. Так звучала тема игры в этом году. Партнерам Life is Good предстояло ответить на 20 вопросов. Тебе приходится включать свои мозги и думать, как ответить на вопрос, да? Во-первых, ты еще отвечаешь на вопрос, ты думаешь за свою команду, правильный ли этот ответ или он неправильный. И как твоя команда, да, потом будет в финале себя чувствовать. Создать команду и понять, как это делать, это очень важно. Именно такие мероприятия дают понять, как это сделать. Life is Good – это командный бизнес. Умение грамотно выстроить коммуникацию среди партнеров за игровым столом является важнейшим фактором успеха. Своих лидеров весь вечер активно поддерживали партнеры в зрительном зале. Все команды настроены очень положительно, и вот такие мероприятия, вот такая игра помогают в течение одной минуты найти какое-то решение, сделать мозговой штурм, и я вижу, что все команды блестяще с этим справляются. Со мной приехало много моих партнеров с города Уфы, и поэтому я очень счастлив, что мы одной командой движемся вперед, в одной большой лодке Life is Good. Организаторы также подготовили увлекательную шоу-программу. Были представлены захватывающие воздушно-акробатические номера, выступления артистов пародийно-развлекательного жанра. На протяжении вечера, который длился более 3 часов, в зале царила необыкновенная атмосфера тепла, дружелюбия и взаимопонимания. Сплоченный коллектив очень сильно, это чувствуется даже в том, что люди вроде из разных регионов, из разных городов, а как одна большая семья. Кто-то из великих сказал, что на самом деле хорошей и счастливой жизни не бывает, а бывают счастливые дни. Вот я желаю, чтобы в компании Life is Good было как можно больше счастливых дней. По итогам игры 3-е место заняла команда «Кураж», 2-е место досталось команде «Дружина», а триумфатором вечера стала команда топ-лидеров холдинга «Время первых», которая дала 18 правильных ответов на 20 вопросов. Все участники «Что, где, когда» также получили памятные дипломы. Каждым годом команда играет все интереснее, все азартнее и все больше правильных ответов. Мне хочется, чтобы холдинг процветал, потому что когда интеллектуальные люди есть, и когда интеллектуальных людей много, мне хочется, чтобы их было все больше и больше. Поэтому я желаю Life is Good процветания и долгих-долгих лет существования и успешной работы. В то время как в летнем дворце завершалась игра, на главной площадке Балтийского форума в отеле «Азимут» шли подготовительные работы к предстоящему деловому событию. Технические специалисты проводили монтаж светового и аудиовизуального оборудования, привезенного специально для форума Life is Good. Предстояло выстроить сцену, брендировать зрительный зал фирменной символикой компании. Работы велись всю ночь и были завершены по графику накануне мероприятия. Утром 18 августа началась большая 2-дневная деловая программа Балтийского форума. В Санкт-Петербург для участия в мероприятии приехали 550 партнеров холдинга. В этом году форум Life is Good проходил в формате конвенции. Топ-лидеры компании один за другим выходили на сцену, чтобы рассказать свои истории успеха, поделиться практическими советами ведения бизнеса. Система обучения здесь закладывается изначально. То, что Роман Викторович пригласил мировых лидеров, так сказать, работающих бизнес-тренеров, для директоров это была практика за прошедшие там 2-3 года.
сейчас уже опыт передают сами директора, и вот эта система обучения внутри холдинга, это дорого стоит. Свои выступления также представили топ-лидеры холдинга, для которых бизнес Life is Good стал семейным. В их числе супружеские пары Альмира и Анатолий Наливан, Светлана и Владислав Ким, Неля и Александр Джен. Истории успеха этих партнеров вызвали у собравшихся в зале особый интерес, стали дополнительным мотивирующим фактором. Отсюда люди уедут сильные, заряженные, готовые к труду. Их дома ждут их команды. И тот позитив, который они получат сегодня здесь, они с радостью перейдут в команды. Конечно, это новые гонорары, это успех, это радость в их семьях. Без этого невозможен наш бизнес. Бизнес Life is Good – это бизнес команд. Поэтому все познается на таких семинарах. За два дня деловой программы на сцене выступили 35 топ-лидеров холдинга. Каждый из спикеров представил конкретные рекомендации по ведению бизнеса, основанные на личном опыте построения успешной карьеры в Life is Good. Как нужно строить отношения в команде, да? Это работа с клиентами, как клиента перевести в партнеры, это работа с холодным рынком, ты находишься среди успешных людей, ты сам тянешься к ним, сам становишься, у тебя появляются какие-то крылья, открываются новые горизонты. Каждый опыт, вот для каждого новичка, особенно у нас здесь были именно второй уровень, это определенная школа. Это мы говорим для них то, чтобы они не повторили наших ошибок. На примерах вот этих людей у него такая, знаете, очень быстрая школа. Или, как говорит Роман Василенко, он может взлететь как ракета. Президент Life is Good Роман Василенко завершил деловую часть форума. Он представил партнерам подробную информацию о динамике роста бизнеса. Первая регистрация на сайте компании состоялась 4 августа 2014 года. Спустя 4 года количество консультантов Life is Good составляет более 21 тысячи человек. Численность клиентов инвестиционного счета Vista превысила 47 тысяч человек, а клиентов ЖК Bestway – почти 18 тысяч. Ежеквартальный прирост по кооперативу составляет 30%, при этом срок ожидания в очереди – около 6 месяцев. Роман Василенко также поделился эксклюзивными новостями, рассказал о перспективах развития холдинга. На сегодняшний день уже разработан план стратегического развития Life is Good до января 2020 года. В ходе выступления президента также состоялось награждение самых успешных партнеров компании эксклюзивными швейцарскими часами с бриллиантами. 4 года назад, когда мы начинали этот проект, когда мы сделали только первую регистрацию, мы, конечно, мечтали о том, что будет большая компания, но что будет такой успех, никто не ожидал. В компании сформировался костяк из спикеров, наших собственных лидеров, которых мы вырастили в нашей академии. И эти лидеры сейчас уже транслируют знания Академии IBA в регионах и в других городах и странах. О нашем успехе говорят факты, говорят цифры, потому что ежегодно прирастаем не менее чем в 2 раза и зафиксирован ежеквартальный рост до 30%. Праздничным завершением Балтийского форума стал торжественный гала-ужин. Ведущим вечера выступил легендарный питерский конферансье Михаил Майзель, давний приятель Романа Василенко, с которым они знакомы 28 лет. Партнеры холдинга разместились в большом зале, а для президента компании и его ближайших соратников была выделена отдельная VIP-локация на балконе. На протяжении гала-ужина партнеры поднимали бокалы за текущие достижения и дальнейшее процветание бизнеса Life is Good. На сцене свои номера показали артисты развлекательного жанра. В завершении вечера состоялось выступление давнего друга компании, известного музыканта Андрея Алексина, автора и исполнителя официального гимна холдинга Life is Good. На этом наш специальный выпуск, посвященный Балтийскому форуму, завершен. Следите за новостями компании на нашем видеоканале Life is Good на портале YouTube и в социальных сетях. Также все выпуски новостей доступны на официальном сайте компании. Жизнь прекрасна! Будьте с нами!